Министерство цифрового развития и аэрокосмической деятельности сообщило о планах запуска первого спутника связи отечественной сборки. Ориентировочная дата запуска – 2026 год. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. В ведомстве отметили, что проект реализуется совместно с французскими коллегами. В будущем он должен заменить спутники КАСАТ и спутники дистанционного зондирования, которые завершают срок эксплуатации.